Древнюю икону стоимостью более 100 тысяч долларов похитили из Симферопольского храма. Неизвестные разбили окна в соборе святых равноапостольных Владимира и Ольги и вынесли образ Богородицы. Как рассказал настоятель собора, отец Климент, украденная икона была написана 1,5 столетия назад. Образ находился в кивоте и был надежно закреплен. Чтобы достать икону, ворам понадобилось не меньше 1,5 часов. Это икона Божьей Матери с младенцем на руках. Младенец держит свиток. По краям ангелы. Чеканка золотом. Икона 1860 года. Достойно есть. Стоимость иконы понад 100 тысяч долларов. Поэтому теперь милиция пусть найдет эту икону.